have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и я думаю, что сегодня мы будем допроходить вот эту вот локу в экзамене. Посмотрим, что нам еще попадется на глаза. Снимаю я, как вы понимаете, не в тот же день, но также предыдущая серия еще не успела выйти, поэтому я не видел ваши комменты по поводу предыдущей серии. Надеюсь, вы не будете сильно по этому поводу нервничать. Я решил одну серию на дальняк записать, ну, как говорится, вслепую, что ли. Посмотрим, как это будет. Свиток я не собираюсь с собой брать, но я не хочу его оставлять на столе, чтобы он меня потом не путал. Я его сейчас положу сюда в шкатулку, и все у нас будет хорошо. Так, в прошлый раз мы нашли вот эту гримерку. Вот, и как раз размышляли на ту тему, что это такое, как это такое, зачем это вообще существует. В центральную секцию я пока что не пойду, хочу осмотреть боковые комнаты. Тут тоже творится какой-то Денисче. Блин, ни одного целого сундучка, серьезно. Опять же, тут сидели. И что? Но на полочках мог находиться какой-то инвентарь. Люди брали его с полочки, приходили, садились сюда и что-то здесь делали. Возможно, какие-то парики или что-то. Может, здесь когда-то тоже было большое зеркало, я не знаю. Вот тут что-то валяется. Давайте глянем, что это. Это бутылки все? Булава жонглера. Стоп, ребят, опять же... Ясно. У нас все больше и больше бутафории. Вон бутафорский меч и... Ау. Тут у нас приспособление для жонглирования. Тогда я ставлю на то, что центральный зал у нас будет каким-то... Ну, не концертным, но... пригодным для выступлений. Так. Да. А, кстати, что еще хотел сделать? Я, наверное, кольчугу-то одену все-таки, раз мы сняли полностью металлическую кирасу. Вот эта броня хорошая, она, по идее, дает такие же статы, но кольчугу я одену. Да, она мне дала половину неудобства, и если что, я, наверное, ее потом сниму, но пока что все ок. Ага, вот у нас гримерка, вот тут у нас инвентарь, это выведет нас в большую комнату. Давайте тогда... Так, вот тут мы сейчас. Я все-таки гляну в центральную. Посмотрим, что там. Она у нас выглядит как... Вот эти пятна на карте, они очень... не очень. А, нет, стоп. Центральная это у нас, наверное, вот это. А вот тут у нас должны быть маленькие комнатки. Три штучки. Ага, здесь просто уборная. Тогда здесь. Офигеть! Там два человека, стоп. Стоп. Два мне не надо. Два меня могут убить. А, так вы артисты. Вы меня, по идее, этой штукой вообще не должны пробивать. Вы чё, вы офигели? Стул! Чёртов стул! Они меня сейчас убьют из-за стула, серьезно! О, один слился, наконец... Ай! Нельзя дать ему встать. Встал.
Отойди. Отойди! Он живой, он просто встать не может, да? Или что? Че с ним такое? Я подожду, пока у меня жизни чуть отрегенится. Фух. Я не пойму, что он шевелится. Он живой или он не живой, или это его так заглючило? Булава жонглера, блин. Маска! Та-тарантан! А маска, кстати, прикольная. Кожаные сапоги, все дела. Подбитое пальто. Маска у нас что она заменит? Она заменит просто намордник? А, блин, второй раз я уже такую ошибку совершаю. Она у нас заменит... А, и шлем тоже. Нет, так не годится. Тогда маску нафиг. Блин. Иди сюда. А наш этот... Намордничек обратно. Я не пойму, что с тобой. Ты живой, нет? Да, ты живой. Чувака просто глюкануло со стулом. А, ну вот, я его и добил. Там чуть-чуть оставалось совсем. У него тоже маска. Блин, а маски, кстати, красивые. Ну да, неудобства дофига, потому что они тяжелые, из-за них ничего не видно. Но они такие прикольные прям. Жилет. Сапоги. Ага. Вон третий, кстати. Иди сюда. Ты будешь на меня нападать? Они, похоже, не агры, да? Агры. Ладно. У него булава, кстати. А я слышу там еще людей. Тут, похоже, вся труппа. То есть, все они... Ну, смотрите, он на самом деле не нападает. Ну, то есть он обороняется, он стал в оборонительную стойку, но мне кажется, если я сейчас отойду, то он расслабится и свалит отсюда. Или нет? Я не хочу опять просто на двоих сразу нарваться. Да, смотрите, он расслабился, и ему, в принципе, все норм. А... Ау. Вот мне говорили, как-то вот так вот с замахом делать. Там кто-то еще ходит, я не хочу драться с двумя. Иди сюда, дружище. Ой, ты ему по маске въехал. Ох! На тебе. На тебе. Все, сложился. Да, один раз он мне булавой, короче, засадил. Неплохо так. Ммм. Тоже маска. Блин, ну, я говорю серьезно, они очень красивые. Они очень красивые, эти маски. Оно прикольно так смотрится. Ну, для, естественно, для театра они должны быть красивыми, я понимаю. Но просто... Блин, опять эта фигня? Он куда-то уронил оружие, я этого в упор не вижу, блин, да? А, вот оно. Ну, обычная булава. Ну, не обычная булава, этот Моргенштерн. Нормально. Так, тут у нас шляпа, кисет, жонглерская вот эта приблуда, шелковая рубашка. Сундук, кстати, классный такой. Ну, то есть выглядит, как будто в нем должен лежать какой-то офигительный лут. Булава жонглера. Она даже как оружие не числится. Вон чувак с двумя этими булавами начал меня месить. Ну его нафиг. Так, хорошо. Тут тоже у нас какая-то гримерка. Ты свечка у нас, да? Тут гребешок, пудреница, свеча. Конечно, неприятно, что они здесь есть, но они вроде как не такие уже сильные соперники, чтобы за них сильно переживать. А нет, он в этой комнате один. Это, видимо, если кто-то ходит, то ходит за стенкой. А ты... Макияж, макияж, пудреница. Да, да, я теперь понял. То есть тот вопрос, который мы задавали себе в прошлый раз, это было чисто для женщин или это было, ну, бутафорский меч, шляпа, еще одна, как Робин Гуда такая, сандалии, нитки,
Прикиньте, взять вот таких два бутафорских мяча. У них, ну, урон чисто весовой. Это за счет импульса и баланса. Импульс у них маленький, кстати. А, вот этот сундучок я еще не видел. Я мимо него так прошел. А тут вилка. Прикиньте, взять вилку и в глаз колоть зомбям. Шляпы. Кстати, уборы такие головные, красивые, не знаю. Если бы здесь был, ну, грубо говоря, где-то город, куда нужно приходить там без оружия, без доспехов, чтобы выглядеть как человек. Ну, я думаю, что я бы себе взял бы сет вот такой одежды, просто чтобы носить ее. Так, хорошо. Ай, извини, чувак. Тут у нас получается две гримерки. Хорошо. Хорошо, хорошо. И даже неплохо. Значит. Да, чтоб тебя. Постоянно путаюсь в кнопках, не знаю почему. Значит, стоп, это у нас двумя... Ага, да, это большая гримерка и малая гримерка. Все, я понял. Это для женщин, это, скорее всего, для мужчин. Хотя не буду утверждать. Хорошо, это было бы, наверное, неправильно. Тут у нас туалет, тут должны быть еще две маленькие комнатки. А вот это у нас... Выход сюда же. Да, выход сюда же, все. Сейчас мы эти две маленькие комнатки глянем. Давайте без этих парней. В маленьких комнатках у нас бывают очень вкусные вещи. Я так думаю, что, возможно, здесь тоже. Здесь вон и сундучок есть, и столик. Сундучок у нас с бутафорским мечом. С вещами, которые, наверное, мне не особо-то и пригодятся. Вот, вот этот столик. Так, тут у нас бутылка с, не знаю уж, лекарством или не лекарством. Сандалики. Вот, видите, тут это две разные вещи. Шкаф, он вот так вот изображается. То есть это не один стол, это два шкафа. А ключика тут никакого случайно нету. Что-то я привык подозревать, что тут могут находиться всякие ключи и всякое. Тут бутылка, пудреницы, пепельницы. А ты кто? Тоже бутылка просто, да, испарилась. Хорошо, пойдемте посмотрим. А ты? Тоже просто бутылка. Пойдемте глянем тогда в соседнюю комнату. Я думаю, что я сейчас на кого-то просто могу случайно нарваться. А может, даже не случайно. Тут у нас похожая атмосфера. Тоже стол, тоже сундучок. Я думаю, что это какие-то личные гримерки каких-то больших актеров, что ли. То есть там есть общие гримерки, а тут два личных таких помещения, в которых лежат их вещи, там, чтобы им не мешали. Они же типа звезды, все делы. Ау. Вот если в таком помещении меня зажмут, я буду крайне недоволен. Тут у нас кисет, соответственно. Поставь стульчик. Вот сюда, поставь, пожалуйста, да. Я в ящике и так пороюсь, а ты кто? А, ты просто карандаш. Но мне показалось, что он кривоватый выглядит. Так, сумка, кисет. Тут ничего, вообще ничего. То есть две такие на вид... Важные комнаты, в которых, я думаю, можно было бы что-то найти, но здесь ничего. Почему я говорю про город и почему я говорю про открытый мир? Учитывая, что разработчики строят Экзаниму не как отдельную игру, а как просто платформу для разработки чего-то большего. И они хотят делать игру с открытым миром. Я думаю, что вот эти все вещи, они больше рассчитаны... ну, они все делаются с учетом на потом, когда это все понадобится. Здесь-то, конечно, очень круто, все влияет на атмосферу, очень хорошо, но я думаю, что большинство вот этих вещей, они сделаны, кроме того, что здесь для атмосферы, также для использования этих моделек в дальнейшем, как элементов открытого мира, что было бы круто. Хорошо, свиток. В смысле пустой? Два пустых свитка? Вы серьезно? Я уж такой, я сейчас почитаю. Не почитаю. Опа, шляпа мага. Круто. А прикиньте, если бы она там манну давала. Головной упор. Было бы круто. Ну, у нас сейчас персонаж манной-то не обладает. Раскроечный нож. Раскроить череп кому-нибудь, да? Корона. Опа, фальшивая. Да ладно, фальшивая. Актер носит такие на сцене.
Так, штаны, эти опять жонглирующие булавы. Ну, блин, тут дайте мне что-то ценное. Не может быть во всем театре не быть ничего ценного. Ну, серьезно, ребят. Дайте мне какую-то записку, какой-то ключ, что-то. Да, блин, чертов стул, иди. Тут только бутафория. Ну, шлем, кстати, блин, смотрите, какой шлем хороший. Минечку, давайте... А это такой же, как наш. Это такой же, как наш. Ха-ха-ха-ха. Который мы носим, у которого от режущего там просто 100-500 миллиардов. Блин, я почему-то правой кнопкой пытаюсь открывать, не знаю. Но он, смотрите, он прямо очень классный, разве что не светится. То есть, ну, по идее, это очень крутой шлем. А, зачем я сундук закрыл? Хорошо. Кроме шлема здесь вилка, булава и это всякая фигня. Так, я не знаю, зачем я ношу этот шлем, просто у него слишком крутые статы, а у меня как-то рука не поднимается его выкинуть. Так, да-да-да-да-да-да. И тут что, ничего прям? Ну, я понимаю, что шлем, но кроме шлема все? А тут? А, тут у нас этот общий выход. Хорошо. Давайте тогда... Так. Тут мы немножечко обыскали. У нас остались... Я все-таки хочу сначала пройти в центр. Там есть проход у нас еще направо, да? Вот здесь. Вот тут сундучок. Тут тоже всякая утварь. Вот эта вот церково-развлекательная. Сейчас мы еще быстренько посмотрим, но я очень начинаю сомневаться, что мы здесь что-то... Хотя тут еще два сундука. Но опять же, они с хламом всяким. Это немножечко удручает. Я привык, что это хорошие сундуки. То есть, когда ты в такой смотришь, ты там найдешь что-то крутое. Ну, я понимаю, что тут настоящей броне делать нечего. Хотя вон как-то шлем вот тут мы же нашли, который мы только что обходили. Но тут настоящей хорошей броне делать-то нечего. Здесь люди не воевали, здесь люди выступали. Это было искусство. Там есть дверка, там есть дверка. Ну, как и ожидалось, хорошо. Значит, о, декорации нашлись. Ха, крутяк. Итак, что мы можем... Декорации подвигать мы, кстати, не можем. Это у нас выходит вот эта вот длинная комната, да? А с нее... Тут, кстати, вот эти вот ящики огромные, которые стоят на полках. У меня возникает вопрос о практичности такого подхода. Ящики большие и тяжелые. Так, здесь мы сейчас, значит, выйдем в... Мы можем накинуть, по идее, колечко и посмотреть потом там или где. Это сцена! Дамы и господа! Это сцена. Надо было сразу догадаться. Вот тут декорации. В тени садов, в тени листвы. Мы ходим тут, туда и сюда. Ладно, все хорош. Хватит позориться. Значит, да, это был театр. Тут с этим все понятно. Вот эти два входа. Все сюда сходится к сцене. А там у нас выход за кулисы. Там у нас все дела. Значит, а туда кроме как... Здесь все закругляется, да? Здесь я никак не могу пройти. Так... Тогда, получается, мы... Ау. Выходим сюда, и мы сейчас придем к центру. Тут у нас такие места, где можно подождать. О, запертая дверь. Ну, надеюсь, ты не запертая. Да, ты просто закрытая. Хорошо. А что здесь? О, столик. С чернильницами. А, это две коробки и два карандаша. Это если кто-то хотел написать что-то, какие-то заметки, какое-то письмо или что. Ну-ка, а тут? Ух ты, какая бутылка, кстати. По-моему, мы такой не видели еще. Коробочка. Тут штаны почему-то лежат. Хорошо. Бутылка. Блин, не знаю, как-то
какое-то ощущение бесполезности, что ли. Стоп! А это у нас... А, сюда можно было, наверное, сдать какие-то вещи. Это, возможно, было какое-то почтовое отделение. То есть можно было... А чё дверь-то закрылась за мной? Я не понял. Можно было прийти туда на конторку, вот сюда вот, что-то попросить. Это была бы какая-нибудь услуга, там, возможно, даже платная. И... Да, это мы вернулись к центру, к глазу. Ну, я не знаю, вот эта штука очень похожа на глаз из Героев Меча и Магии. Ну, там была похожая штука, кто играл, тот помнит. Ну, как минимум в четвертом, в четвертых Героях Меча и Магии. Там на карте располагалась такая фигулина. Так, ну, давайте тогда для порядка и эту сторону осмотрим. Я сомневаюсь, что я там что-то найду. Ау, дверь в эту сторону. Так, театр. Ну, театр оказался, кроме парочки актеров и парочки буквально хороших вещей, но он оказался абсолютно пуст. Тут не было ни записок толковых, ничего. Ну вот. Коробка, бутылка, фигня какая-то. Ну, тут вот эти шкафы я сейчас, конечно, гляну, но мне кажется, что все это бесполезно. Это пусто, это пусто. А, это все тройной вот этот шкаф, и он пустой. И этот тоже пустой. Ну, вообще замечательно просто. И тут такое помещение зеркальное, с той стороны, как и с той стороны, тоже для ожидания, не для ожидания, непонятно. Вот эта вот стеночка выглядит немножко подозрительной, но... Сейчас, погодите, ребят. Окей, я не знаю. А, и тут у нас общественная уборная. То есть там у нас до этого были уборные для актеров, что, в общем-то, логично. Но там ничего вроде не прокликивается. Хорошо. И здесь опять выход в зал. То есть... Угу. Ладно. Таким образом... Да, вот он, этот амфитеатр, вот зал, вот гардероб, вот центр. Всю вот эту часть мы с вами прошерстили. Теперь нам бы сходить направо. Теперь нам бы сходить направо. Сейчас посмотрим. Нам нужно для этого выйти из театра. Выйти к центру. Ай, блин, плечом долбанулся. И пойти вот сюда. Что нас ждет здесь? Здесь у нас... Здесь. Немножко непривычно карт смотреть под таким углом. Да, это как раз то место, с которого я зашел. Вот тут я ушатал этого скелета. И там дальше я встретился... Он, кстати, с простой булавой был. Там дальше я встретился... Вот я пошел в эту сторону. Вот это вот все я чуть-чуть глянул, но тут ничего не было. Короче, ходил я вот с такой вот картой, с перевертышем. Я тогда не знал, что карту надо смотреть по-другому. Вот здесь вот я был. Здесь вроде как ничего. Да, вот. Здесь я скинул свой старый щит. Здесь я поменял... некоторые элементы своей одежечки, и здесь я нашел намордник. Вот, короче, в этом зале. Хорошо, что мы сюда пришли. Здесь есть вот такой сундучок. Да, тут есть еще один... Тут налокотники, тут всякое такое, но... Все, что здесь хорошее было, я уже себе забрал. Здесь, по-моему, еще один намордник. Да, здесь еще один намордник. Бувигер. Бувигер, блин, честно, я думал, что я умный человек, но я никогда в жизни не слышал такого слова. Бувигер. Вот, возможно, это правильно, как оно называется, я не спорю, но... Так, здесь у нас, кстати, чисто шмоточки. Здесь гардеробы, здесь тот все 5-10. Теперь сюда... По идее, мне нужно сейчас потихонечку продвигаться вверх, да? Наверное. Здесь у нас всякие... Блин. Да, вот здесь вот я скелета убил тоже, но, по-моему, вот это тоже на запись не попало. Это как раз из тех моментов, которые сгорели, к сожалению. Здесь у нас всякие кухни, помещения.
Так, давайте. Я, кажется, начал теряться. Сейчас я вот сюда нам. Нет, не сюда. Стойте. Коридор с загнучкой такой. Блин, я его сейчас уже, наверное, не найду. Или найду. Блин, как это звучит? Коридор с загнучкой. Ага. Вот здесь можно, кстати, довольно далеко пройти. И там будет что-то. Вот. Блин. Это я сейчас в этом коридоре, что ли? Мне интересно. Если я пройду назад, то что я увижу? В смысле? А, ну да, тут же ж можно пройти, все нормально. А, проблема в том, что я заблудился опять. Имея карту, я опять заблудился. Хорошо, все. Идем отсюда. Вот это центральный зал. Идем отсюда. Вот у нас колонны, вот у нас вот это вот... Да хорош, блин, скелет. Вот у нас вот это вот маленькое помещение. Мы можем зайти... Так, тут входа нет, вход только там. Все, я понял. Мы можем зайти в этот шкаф. Грубо говоря, что это шкаф. Там дальше прохода... А, проход будет. Значит, через шкаф проход в маленькую комнатку. И все, там дальше... Вроде как тупик. Но над ней дальше есть комната. Значит, если мы пойдем вот сюда. И дальше... А, вот у нас проход здесь есть, который я, по-моему, не ходил. Нет, ходил. Я был в этой комнате. Вот это вот у нас что за комната? Круглая такая. Это у нас какое-то хранилище. Супер. Теперь... Из хранилища вот эта вот комната. Протиснись, пожалуйста. Это вот эта кух... Нет, стой, это вот эта вот комнатка. Да, дальше. Теперь мы идем вот сюда. Тут общий столовый зал с колоннами. Но в нем вроде... Пропусти меня, стул. Блин, тут табуретки как минное поле просто. Я сейчас спотыкнусь, убьюсь нафиг. И тут маленькая, ну вот, туалет, непонятно что. Хорошо. После этого комната с треугольником. Вот она. Вот комната, вот треугольник. Суперский. И куда нас это выводит? Нас это выводит к... Нас это выводит к выходу из уровня. Хорошо. Это один выход из уровня. Ну, я так понимаю, что это он. Потому что карта заканчивается, и дальше она не просвечивается. Но мы вроде как с вами договорились, что мы пойдем не через этот выход... что мы, наверное, пойдем через бонусный. Так, карта с комната с треугольником. Тут можно выйти вот здесь. Можно выйти вот здесь. Мы тогда попадаем в кишку. Такую. Своеобразную. Вот где я был, да, в прошлый раз? В эту комнату я побежал туда и там заблудился. Здесь у нас будет... Блин, как бы я сейчас на кого-то не нарвался. Это было бы фиалка. Здесь вот этот маленький коридорчик. Сюда комната и сюда двойная комната. Давайте мы в эту сторону. Блин, там кто-то ходит. Погодите, ребят, я там не был. Я тут не был, и здесь кто-то ходит. Это что-то интересное. Кстати, это какая-то... Смотрите, нитки, швейные машинки. Ну, их древнее подобие. Это какая-то швейная мастерская, кстати. Кинжал. А ты кто? Швейный инструмент. Ну, гляньте, такие ножницы профессиональные. Крутяк. Кинжал, кстати. Но он такой же. Я, на самом деле, не нажал на него, но он такой же, я думаю. Да, да, он такой же. Хорошо. Так, кстати, ребят, такой вопрос. Если я прокачал, вот, например, Рубилова до максимума, и я дальше продолжаю биться за то, что я дерусь, мне опыт идет?
Я так понимаю, что если меня бьют, у меня идет опыт на броню. Если я дерусь, у меня идет опыт на оружие. То есть, чем я пользуюсь, на то у меня идет экспа. Это логично, я не спорю. Но как мне продолжать получать экспу, если, например, какая-то... Какая-то из полосок заполнена. Вот как, например, у меня сейчас... Кстати, на ближний бой почти что. Финт. Возможно, просто экспы надо очень много. Посмотрим. Может быть, надо еще подраться. И тогда что-то будет. Так. Тут я смотрел? Да, тут я смотрел. Хорошо. Там кто-то ходит. Это я слышал. Но я не хочу драться в тесном помещении. А если это будет тесное помещение с каким-то потным противником, вдвойне не хочу. Тут же ж, по идее, не должно быть ничего, да? Нет. Это закрытая территория. Куда мы зашли, там нету транзитного прохода. Дальше? Ну, сквозного я имею в виду транзитного. Хотя, кто его знает так-то по-хорошему? Дайте я проверю еще раз. Это у нас... А фиг там, тут есть проход. Вот эта комнатка с загогулинкой. И там есть проход обратно в этот коридор. А он туда... А, мы можем, в принципе, выйти и пойти, раз мы тут... Давайте мы тут обыщем все. Значит, перец, который тут ходил, он вышел через эту дверь. О, у нас тут сумки. У нас тут сумки и шляпа. Ну ты и шляпа. Так, ребят, давайте сейчас кое-что сделаем, погодите. Оп, и мы снова с вами. Так, шкафчик здесь, шкафчик здесь, шкафчик здесь. Шляпы чертовски красивые, повторюсь, мне нравится, я бы такое, наверное, бы носил. Вот. Жаль. Ну, наверное, не то чтобы жаль. Ну, разрабы. О, это подсумок такой. Минуточку. А я могу его с собой взять? Могу. Ну, давайте, пусть пока что лежит. Я не знаю, зачем он мне нужен, он просто выглядит прикольно. Потаскаю его с собой немножечко. Тут вроде как ничего нету, мне кажется. Да, кисеты всякое. Тут, смотрите, такой уголок искусства. Тут стоят, видимо... Или это... знаете, как было бы прикольно, если бы, например, в театре давали бы какой-то концерт, и здесь вот этих манекенов наряжали бы как основных героев того концерта. Там шляпы, усы, и тот все. То есть, чтобы люди приходили, допустим, вот здесь вот... Вполне это может быть, что какой-то гардероб, люди переодевались или что-то такое, и потом бы смотрели, что сегодня за концерт и каких героев им ожидать. А хотя, или, может быть, это какие-то видные деятели искусства. Здесь я не могу сказать по графике, потому что, ну, все слишком... размазано и отдалено. Опять же, вот смотрите, тут шляпа. Она порванная. Она не порванная, она просто проглюченная. Ха, странно. Ладно, это у нас вот эта вот загогулина. Мы сейчас, по идее, ну-ка, карта... Так, уйди. Карта у нас на север, карта на север. Поэтому из этой загогулины мы сейчас выходим и идем... Где мы прошли? Мы прошли вот это все. Вот эти все кусочки, да? Да. Значит, мы сейчас выходим и идем направо. Я думаю, там продолжает кто-то ходить. О, какой интересный такой дворик. Хорошо. Нам, по идее, сюда. Мы попадем в комнату с тремя выходами. Ну, с двумя, по сути, вверх-вниз. Не вверх-вниз, вправо и вниз. Вправо у нас будет... Блин, тут довольно тяжело ориентироваться. Тут такое большое помещение с двумя колоннами. Нам вроде как туда не надо. Да, туда нам не надо. Нам надо... А что у нас там, кстати, находится? Тут свечи... Да. Это место, в котором куча свечек. Я его вспомнил. Я здесь был. Вот это, кстати, комнатка.
Погодите, а что в этой комнате тогда? Я могу туда пройти через... здесь, в общем, я сюда пришел, и я стал удивляться, почему так много свечек, и почему они все такой разной формы удивительной. Такое, ну, я не знаю. Тут, кстати, у нас вон компас и очки, которые я выложил. У меня было два компаса и двое очков. Одни я выложил. Так, и вот эта вот комната со шкафчиками. Я не помню, были мы здесь или нет. Но тут вроде как ничего особенного. Сейчас посмотрим. Да, тут свечки. Тут полно барахла. Вообще этот этаж пока что у нас рекордсмен по барахлу. Именно. Вон сундучок. Давайте глянем. Тут у нас латные наголенники. Но поскольку мы в них сейчас не нуждаемся. Поэтому спасибо. И столик. Столик у нас пустой. Хорошо, комната со свечками мы, наверное, оставляем и пойдем дальше направо. Вот тут будет смесь. Ну вот, да. А, стоп, это то место, где я дрался со вторым синим. Угу. Все, теперь у меня все в голове сошлось. Я просто оттуда выбегал, сверху. Точно, точно, точно. А вот здесь где-то будет комната со столом переговоров. По-моему, даже вот здесь. Да, вот она. Стол переговоров, черт побери. Хорошо, хорошо, все, все. Я понял. В общем, эту часть мы с вами исследовали. Можно будет сейчас, наверное, заняться вот этим вот куском, который, мне кажется, я просто пробежал по улице и не заметил. Сейчас. Кстати, насчет вот этого парня. Вот, его мечи лежат. Я так их тогда искал, говорю, где, где? Вот его меч. И, по-моему, второй где-то вот здесь вот сейчас. Вот он, да, он просто лежит торцом. Да иди сюда уже. Ай, не беси меня. Короче, вы его видите. Вот, первый меч, вот второй. Я тогда их такой искал, искал, где же, где же. Вот, и в общем, да. Это было очень тупо с моей стороны. Ладно, хорошо, значит, мы сейчас в... Блин, я на скелета наступил. Тут у нас механическая дверь. Первая механическая дверь. У нас есть первая механическая дверь и вторая. Это у которой вот выключатель был здесь. Окей, значит, на самом деле, я привык сбегать, когда карта, ну, была, как бы, я ж бежал оттуда, и мне казалось, вот это вверх, а сейчас идти, наоборот, очень неудобно. Так, на секунду просто еще раз гляну, иди, пожалуйста. Это не треугольник, а, это треугольник, да, вот, короче, это треугольник, значит... Ну, для меня треугольник, у меня тут свои внутренние понятия, ребят, нет, все нормально. Значит, да хорош, блин, чертов скелет, я на тебя наступаю уже сколько раз. От треугольника у нас теперь залы сюда внутрь пойдут, и вот, вот этот вот самый большой часть я еще не проходил. То есть, сейчас у нас вот с колонной, да? То есть вот эта комната. А я не помню, был я здесь или нет. Давайте по-быренькому мы ее прошерстим. Хм. А у нас из нее проход. А, стоп. Мы, по-моему, сюда забегали, да? Черт. Хорошо, хорошо. О, смотрите, тут значок какой-то. Это служба доставки, случайно, нет? Это мне похоже, знаете, как какая-то птица. Блин, кстати, значок, который говорит нам о том, что это прикольно. Пу-пу-пум.
Внутреннее что-то. Тут две колонны, это вот это вот место, да? Две колонны. А это нас случайно не приведет к... Нет, 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 к театру это нас не приведет. Это нас приведет к еще одному внутреннему дворику. Гляньте, это какие-то реально мастерские, что-то где-то. Смотрите, тут тоже какой-то значок. Мы сейчас... Там скелет, да. Я по звуку услышал, а потом и увидел его. Он валит от меня. Но я не хочу дать ему свалить. Он мне за спину зашел, видели? Он опять валит. Блин, это моя тактика, чувак, валить потом это. О, два раза от меня валил. Да, скелеты здесь абсолютно пустые. Я бы даже сказал, полые. Кто понял, тот понял. Так, ладно. Скелетов я, кстати, слышал еще там, но как-то не замечал, то ли мы с ними разминулись. Это... Похоже, ну не знаю, на аптеку что ли. Посмотрите, здесь бутылочки везде на витринах. И это вот эти вот стенды, это как магазин, серьезно, это выглядит как магазин. Возможно, здесь продавали настойки, возможно, еще что-то. Смотрите, бутылок просто дофигелиард, все разные. Какие-то шкатулочки, в шкатулочках, возможно, тоже когда-то что-то было. Какие-то смеси, какое-то что-то где-то. Блин, прикольно. Вот это вот мы точно не были, мы этот кусок пропустили. Дайте мне тоже хилочку здесь, пожалуйста. Ну, смотрите, сколько здесь бутылок. Почему в одной из этих бутылок не быть хилочки? Смотрите, сколько тут всего. Тут, кстати, какие-то формулы нарисованы. А это не ключ, это ложки, да? Это ложка такая. Ну, учитывая, что весы, учитывая, что бутылки, учитывая все, я делаю небольшой вывод, что это аптека. Что логично, в санатории должна быть аптека. Они же должны как-то выписывать лекарства, там все дела. Хорошо. Это вполне вписывается в картину. Ну, смотрите, это в полной мере санаторий. Есть палаты для отдыхающих, есть развлекательная программа и целый амфитеатр, есть аптека, есть места, где можно спокойно посидеть на лавочке, поболтать о том о сём. Единственное, что сюда, пожалуй, не вписывается, это тюрьма. Я не понимаю тогда, что она здесь делает. Ну, как бы, да, возможно, там сюда привозили каких-то там, ну, не знаю, не заключенных, но арестантов, может быть, каких-то более важных людей, которых держали под арестом, но хотели, чтобы они вылечились. Я не знаю, это очень глупо. Оно не подходит сюда. Аппарат алхимика. Ого! Уголь, ложка, кочережка. Так. Я сейчас... стойте, я плутаю. Нельзя. Надо попробовать сосредоточиться, потому что потом я просто не найду место, в котором я был. Вот, я сейчас здесь. Скошенное... Это я сейчас к этому, к треугольнику выйду. Да-да-да. Да, точно. К тому же месту я сейчас кругаля накинул, я понял. Можно было зайти сюда, можно было сюда не заходить, а пойти... Все-все-все, до меня дошло. Тут будет маленькая комнатка, в ней... Что? В ней просто... Туалет, блин, ну, такое себе, на самом деле. Тут крышечки эти можно поснимать. Не знаю, зачем это мне. И тут просто корзины. Ладно. Хорошо. Я нашел, где я. Я нашел, что я. Минуточку, вот эта комната.
Она сообщается с этой. Здесь я этот сундучок смотрел же, да? Нет! Вторая зелька! Да! Спасибо, игра! Спасибо! Ну, шлем кожаный, да, мы такой носили, но сейчас это нам уже не по размерчику. Просто игрища спасибище! Это закрытая дверь? А-а-а, она у нас ведь... Чёрт! Ох, из него кровяка льется. А, все, мы его сложили. Очень быстро. Стоп. Значит, я тебя слышал все это время, да? Тканая рубашка. А где мы на секундочку оказались? Это же у нас будет выход. Да, выход к побоищу. Ну, вот он место, где я четверых убил, я буду называть это побоищем. Да-да-да, сюда мы заходили. Вот эту дверь... Ай, вот эту дверь в темноте я не увидел. Она была к тому же закрыта, и мне ничего не подсветилось. Окей, а здесь у нас была зелька. Как приятно. Хорошо, 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 принято. Здесь у нас только еще сундучок, и все. Ну я же говорю, это лаборатория, это химикаты, это то-то, все-то. Почему бы здесь не быть хилочки... Ну, все логично. Это не, это... Фух, это я своими мечами грюкнул. Хорошо, договорились. Это у нас была лаборатория алхимика. А не хотите ли вы мне сказать, что я тут выйду к центру? Нет, не хотите. Хорошо, все, я дальше не путаюсь. Значит, здесь у нас, ну, своеобразный крест. Своеобразный крест. Это у нас где? Лаборатория химика. Стойте. Ау. А, она у нас... Вот она. То есть, вот так, вот так. Теперь... Нам, по идее, нужно продолжать двигаться вниз. Тут, кстати, дверь отвратительная в этой лаборатории. Если от нее мы будем двигаться вниз, или мы можем пойти вот сюда. А что нас ждет здесь? Пойдемте посмотрим. Тут у нас, по идее, должно быть... Блин, а... А, все верно, вот он, вот этот вот, вот он, вот этот крест. Все, я не на то смотрю. Здесь крест, здесь у нас столики на улице, грубо говоря. Столики на улице, это вот этот вот район. Теперь из этого района мы идем... О, свиточек. Пожалуйста, пусть там будет что-то написано. Эта серия очень скудная на информацию. Да, свиток, наконец-то. Я получил ответ от Тавина и пожалел, что писал ему. Мы все знаем, что он сделал. Мы знаем, на что он способен. Я не могу ему доверять. Если он послал ко мне кого-нибудь, то наверняка с недобрыми намерениями. Тавин, Тавин, Тавин. Тавин. Мы сколько раз уже видели это имя. И потом, это не тот ли... Ну, то есть у нас есть теоретически какой-то герой, который убийца. И Тавин... Ну, короче, ладно. Любезный Корлеан, приятно услышать старого друга. Я знаю, что случилось, но уверен, тебя нелегко будет сбить с пути. Я ужасно сожалею о папине. Не могу представить, какая это потеря для тебя. Пошлю кого-нибудь в помощь. Я тебя хорошо знаю. Я считаю, что ты будешь доволен. О, сколько мы уже достигли. Изо всех сил пытаюсь добиться окончательных результатов. Кажется, мои теории были правильными, но впереди ожидают еще более великие открытия, коих я не мог даже представить. Жду не дождусь узнать, чего смог достичь человек твоей проницательности. Будь здоров, мой друг. Надеюсь увидеть тебя в ближайшее время, Тавин. Хорошо, вот письмо от Тавина, а вот Корлеан, наверное, по сути, это был Корлеан, который вот это вот написал, говорит, что я наконец получил ответ от Тавина. И он говорит, что типа Тавин сказал, что пошлет к нему кого-нибудь, но если он кого-то шлет, то это не закончится ничем хорошим.
Очень пессимистично. Скорее всего, этот Корлеан, он здесь то ли отдыхал, то ли восстанавливался после чего-то, вряд ли работал, потому что, ну, это вроде как санаторий, это вроде как зона отдыха какая-то. Тут, я думаю, что было место для того, чтобы люди посидели со своими знакомыми, может быть, или еще чего. Но это выглядит такое, оно не как столовка, а как, ну, непонятно, что выглядит. Хотя вот здесь вот эта часть, она выглядит как бар. Хотя нет, это не бар, это, возможно, был пункт приема лекарств каких-нибудь там утренних, вечерних. Точно. Минуточку, полукруглый вход. Ай, блин, меня табуретка чуть не убила. Полукруглый вход, это у нас вот это вот. Вот стенки круглые, вот мы сюда заходим. Получается, территория у нас вот она. Проход сюда. И к маленьким комнаткам. Значит, мы можем пойти сюда, и там будет какая-то маленькая изолированная комнатка одна. А, ну, собственно. Что я еще ожидал от маленькой изолированной комнатки, блин? Это мог быть или кабинет, или туалет. Ну, блин, шансы на туалет были, конечно, выше. Хорошо. Пойти сюда. Здесь я в эту сторону, наверное, могу выйти к театру. Я не уверен, что там будет выход к театру. А, так тут и нет прохода. Все нормально, да, потому что к театру нет выхода. Да, блин, хорош! Кувыркаться-то там, а! Значит, тут у нас, собственно, ну, так называемый бар. Хотя это не бар. Бутылки. Хотя я не знаю, что в этих бутылках, лекарство или выпивка. Оно может быть и то, и другое, кстати. Отлично. Здесь у нас проход. Блин, нет, на самом деле я недооценил. Уровень все равно очень большой. И учитывая, сколько мы сейчас еще по нему лазим. И мы еще не закончили, а тут уже и серия-то, в принципе, скоро заканчивается. Я думал, что мы его сейчас, ну, сейчас за эту серию допройдем и начнем следующую серию с канализации, но я ни в коем случае не хочу ничего скипать. Несмотря на то, что я уже и нашел бутылку, уже и нашел карту, уже и нашел секретную комнату, уже и все. Мне интересно, вот если бы я сюда не зашел, я бы, например, не увидел эти записки, а эти записки, на мой взгляд, довольно важны. Так, секундочку, быстрый взгляд, я сейчас определюсь, где мы. Мы сейчас вот здесь. Вот этот вот проход, да? Да. Здесь у нас будет комнатка. Ох ты! Это у нас вот для выброса мусора, я так понимаю. Угу. Это у нас чисто отхожая комната. Да хорош, блин. Чувак, врезайся в двери. Все, пойдем отсюда. Это у нас комната для выброса мусора, значит, мы можем пойти сюда, мы можем, мы пойдем сюда. У нас проход в эту сторону не будет, хотя там у нас есть какие-то помещения, к которым нам нужно будет, скорее всего, вернуться. Сейчас, карту вот сюда. Я в ней очень сильно путаюсь, она здоровенная, зараза. Две колонны и срез. Две колонны и срез, вот оно здесь. И куда мы здесь выйдем? Это довольно длинный коридор без дверей. Ага, мы выходим к этой же зоне отдыха, полукруглой, все хорошо. Значит, вниз. Вниз у нас, меня интересует, вот сюда вот вход будет или нет? Только на улицу уже. Две колонны и выход на улицу. Хорошо, получается, по этой улице мы сейчас можем добежать до канализации, все дела. Мне интересно, что у нас вот здесь было. Так, колонной и полукругом. А вот это интересное местечко, кстати. Оно на карте, вот оно на карте, я так думаю. Но тут не отображены колонны и вот эта центральная часть. А здесь у нас это выглядит как фонтаны какие-то.
или как целебная вода, или как фонтаны. Интересно. И сюда у нас что у нас сюда идет? Сюда у нас. Да, иди, пожалуйста. Должен вести проход. А почему? Сейчас я все прокликаю тут быстренько. Это должна была быть дверь. Но это не дверь. Погодите, вы не хотите мне сказать, что это закрытое помещение? Офигеть, если так. Отсюда нет никакого входа и выхода. Офигеть. Получается, мне сейчас нужно полностью вот это все возвращаться, идти сюда. Здесь тоже все закрыто. Идти сюда, чтобы в эту часть попасть. А мне хочется в ту часть попасть. Это мне нужно довольно далеко оббегать. Значит, давайте мы сейчас ломимся к овальному пространству. Грубо говоря. Блин. Как здесь без карты ориентироваться? Блин, я бы чеканулся к чертям. Вы чё? Значит, теперь бежим в другую сторону. Наверное, вот сюда. Хорошо. Здесь я попадаю в такой вот коридорчик, где две колонны. Здесь мне нужно вниз. Вот зал с колоннами. А отсюда... Там кто-то ходит. Тут не зачищено, да. Тут кто-то ходит. Тут скелет ходит. Тут я слышу скелета. Там кроме скелета еще кто-то лазит. А ты кто такой, блин? Он красный. С тяжелым оружием. Может сейчас как раз тактику с кинжалом проверить? О! Надо не дать ему замахнуться. У него очень тяжелая пушка. Надо этим пользоваться. Все, нормально. Склеился. Нужно было пользоваться тем, что у него тяжело. А скелет, кстати, быстро щеманул отсюда. Двуручная булава. Офигительный импульс. Но так себе дробящая, колющая, проникающая. Но она очень тяжелая. Я буду точно так же, вот как колбаса, выглядеть, как он. Меня ушатают, если я это буду носить. Почему я носил? Я же на него нажимаю. Так, говорят, проверяй поножи, проверяй то-то, сё-то. Но я сомневаюсь, что тут будет что-то лучше, чем у меня. Так. Очень интересное место, кстати. Очень интересное место. А что я здесь делаю? То есть... Минуточку. О, уровень дотек, наконец-то. Это место вот с четырьмя колоннами. Уровень я обязательно качну, погодите, ребят. Потом есть вот этот коридорчик. Потом есть вот эта вот колоннада. Потом... Там скелет ходит сейчас, ребят, секунду. Потом проход... Ого, там двери прямо грюкают. Проход в маленькую какую-то комнатку. Сейчас, я примерно более-менее понял, где мы находимся. Погодите. А, ну то есть тут просто туалет. Нормально. Здесь скелет чапает, я его слышу. Это, наверное, тот, который убежал. Давайте без синих чуваков, пожалуйста. У меня прямо сейчас нету нервов на них. Это конец серии. Я хочу спокойно допройти, допосмотреть. А, вон этот чертов скелет. Их два.
Нормально, сработало, сбил с ног. Нельзя поворачиваться спиной. Ай! У него молоток! Надо... Да встань ты, черт побери! Все, молотка убили, второй убежал. Блин, вот этот чувак реально с цикла, он уже сколько, 2-3 раза от меня убегал. Он прям там двери выламывает, щемит от меня, да? А нет. Тут еще, это не один скелет, тут есть еще. Да че ты щемишь-то, блин? Тут два скелета. Пощемал такой. Это не моя битва. А, все, мы с тобой договорились уже. Это какой-то другой. Ай! Да слезь ты уже. Все, все, хорошо. Там обратно к колоннаде вернулись, да. То есть тут у нас туалет, что в принципе понятно. Сколько тут было? 3-4 скелета. Ну хорошо, хоть не 34. И на том спасибо. Вот такая центральная комнатка, кстати. И тут сундучок. А в сундучке у нас камушек. А камушек это всегда хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Просто суперски. Ладно, не зря сюда шли. Я не знаю до сих пор, для чего эти чертовы камушки. Но мы его нашли, и это круто. И тут у нас еще один Моргенштерн, украшенный. Но у меня уже есть один такой, я брать его не буду. Ладно. Так, ребят. Я могу, наверное, считать этот уровень зачищенным, я так полагаю. Сейчас еще быстренько выйду на улицу, гляну, что там. Потому что мы спокойно могли что-то пропустить. И что тут за комнатка? Тут у нас... Да, тут у нас просто еще одна уборная. Одна с этой стороны, одна с этой стороны. Все нормально, все хорошо. Тут обычные проходы. Это так, по крайней мере, выглядит. И здесь у нас выход на улицу. Все нормально, все хорошо. А это случайно... Да, я хотел спросить, случайно не то место, где мы грохнули вот этого чувака, который нам тогда зарядил по голове? Это именно то место? Все, все нормально, все хорошо, значит... А вот это вот... А, стоп, я сказал, что здесь нету выхода, тут выход все это время был на улицу, я мог не оббегать, вот я баранище! Ай, надо же внимательней-то быть, ну как так-то... Мне пришлось оббегать и все с той стороны проходить, когда я мог просто зайти с улицы. Хорошо, все. Значит, это место мы с вами тоже полностью исследовали. Я очень рад этому, потому что мы нашли бутылочку. Вот у нас эта улица, вот все эти коридорчики. Все это мы с вами обходили, облазили, обделали. Тут у нас... обделали, да. Хорошо, что не обделались. И то неплохо. Тут у нас получается... Было еще парочка скелетов, была парочка ящичков. В аптеке мы нашли еще хилочку последнюю. Все. Эта карта полностью у нас зачищена и исследована, что есть офигительно круто. Значит. Сейчас я уже не буду тратить на это время. А, кстати, да, я вам обещал, я поставлю уровень. Так что все честно. Тут у нас все прокачано. Давайте качать потихонечку щит. Как раз нам его и не хватает. Контратака, резкий ответный удар после блокировки. Продолжайте атаковать, принимая удары на щит. Вот это вот мне нужно. И мобильность. Носите самые громоздкие щиты легко и непринужденно. Давайте сначала, наверное, продолжайте атаковать, принимая удары. Потому что это входит в нашу тактику, которую мы запланировали. Что мы будем переться в ближний бой и резко тыкать людей кинжальчиком. Посмотрим, может это сработает. Во-первых. Во-вторых, нам нужно будет мобильность качать. Хорошо.
Значит, поскольку уровень зачищен, я теперь уже практически уверен, что тут не осталось ни одной ни живой, ни мертвой души. Я, наверное, за кадром быстренько добегу до канализации, чтобы не тратить время сейчас. И следующий уровень мы с вами, ну, следующий уровень, следующую серию мы начнем уже с нового уровня, со следующего, с канализации. Поскольку у нас здесь есть 4 выхода с этого уровня, 4, Карл, 2 механических, один через какой-то сарай и один через канализацию. Но пойдем мы, наверное, именно через канализацию, потому что это такой подуровень, как и на втором у нас было там этаже, такой был подуровень, пойдем мы именно через него, он бонусный, его обязательно нужно захватить. Поэтому, ребятушки, пока что у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.